Всем здравствуйте! Сегодня мы приготовим варенье из зеленых помидоров. Для его приготовления нам понадобится килограмм зеленых помидоров, килограмм сахара, половинка лимона или лимонная кислота. Предварительно вымытые и обсушенные помидоры нарезаем небольшими кусочками. С помидоров нужно удалить все лишнее. Половинку лимона измельчаем любым удобным для вас способом. Я обычно тру лимон на терке. Для того, чтобы проще было это сделать, я лимон предварительно замораживаю. Измельченный лимон добавляем в помидоры. Если лимона нет, вместо лимона можно добавить пол чайной ложки лимонной кислоты. Также в помидоры добавляем 1 кг сахара. Все перемешиваем и подождем немножечко, пока помидоры выпустят сок. Когда помидоры выпустят сок, ставим кастрюлю с вареньем на плиту и, помешивая, доводим варенье до кипения. Когда варенье закипит, помешивая, увариваем его в течение 5 минут. Никуда не убегайте, варенье очень сильно пенится, его нужно постоянно помешивать. Через 5 минут снимаем варенье с плиты и даем ему полностью остыть. Такую процедуру уваривания нужно повторить 3 раза. То есть охлаждаем, увариваем, охлаждаем, увариваем. После третьего кипячения варенье горячим разливаем в чистые сухие банки. Банки накрываем крышками, пластмассовыми или металлическими, на ваше усмотрение. И даем варенью полностью остыть. Когда варенье остынет, можно отправлять его на хранение. Хранить такое варенье можно при комнатной температуре. Я надеюсь, что вам понравится варенье из зеленых помидоров. А у меня на этом все. Всем удачных заготовочек и пока-пока!